дорогу нужно переходить по пешеходному переходу. Слезаем с велика и переходим по пешеходному переходу. Ведем его рядом с собой. Водитель велосипеда или самоката перед пересечением проезжей части дороги в любом случае должен спешиться со своего транспортного средства, после чего оценить обстановку вокруг себя и принять решение о переходе проезжей части. Партнеры проекта – Владимирская производственная фирма «Алонка». Настоящие соки для настоящих патриотов России. Магазин косметики и парфюмерии «Рич». Мы заботимся о вашей красоте.